Дорогие друзья, в последнее время совсем оборзели люди в погонах, которые ездят пьяными за рулем. Поэтому у меня к вам огромная просьба. Если вы знаете, обладаете информацией о людях, которые могут себе это позволить, обязательно сообщайте нам на телефон 8-960-100-00-34. Это телефон горячей линии «Дорожный контроль». Конфиденциальность информации полностью гарантируем. Вас никто не узнает. Зато вы увидите плоды своей работы. Поддержите, пожалуйста, нас в интернет-пространстве, если не можете поддержать нас физически. Как это можно сделать? Поставить палец вверх, написать комментарий и поделиться этим видео с друзьями. Поддерживайте нас, если вы против пьянства за рулем и против коррупции. До новых встреч. Всем пока. Если ты мечтаешь стать начальником, если ты хочешь, чтобы твоя карьера пошла в гору, звони нам по телефону 8-960-100-00-34. Твоя карьера пойдет обязательно в гору. Взятки на дорогах, беспределы, нарушение правил. Мы до вас доберемся, все как нужно исправим. Кулак народа бьет по тем, кто нарушает закон. Дамоклов меч, ваш колокольный звон. Время ответит за должностное преступление. Ты думал, что тебя спасет звание или положение? Будь ты министр МВД или офицер ГАИ. Если живешь не по закону, то YouTube смотри. Раскроем лица под масками, шапками и касками. Опишем все подробности правды красками. Мы рядом и не расслабляй свою пятую точку. Возможно, это мы сегодня спасли твою дочку. От пьяного водила с кошельком безмерным, стонированным стеклом и перегаром непомерным. Не стой в стороне, у нас есть номер горячей линии. Дорожный контроль на страже города.